песня, которая написана на стихи Башлачева. Со стихами Башлачева надо, конечно, обращаться очень аккуратно, тем более, что всегда над тобой висит тень автора, давлеет. Но так получилось, что в свое время Башлачева сначала читал, а потом слушал, причем слушал где-то на несколько лет позже. Вот, не было возможности. А поскольку стихи меня буквально перевернули, то очень хотелось написать на них свою музыку, что, собственно говоря, и произошло. Чтобы себя обмануть, и нет ничего, чтобы просто уснуть, и нет никого, кто способен нажать на курок. Здесь целое небо, но нечем дышать, здесь тесно, но я не пытаюсь бежать. Я прочно запутался в сетке ошибочных строк. Моя голова перекресток железных дорог. Моя голова перекресток железных дорог. Нарушены правила в нашей игре, и я повис на телефонном шнуре. Смотрите, сегодня петля на плечах палача. Минута считалась за несколько лет, но ты мне купила обратный билет, и вот уже ты мне приносишь заваренный чай. Скорее кончай. Смотри на меня, помолись, скорее кончай. Опять начинается мертвый сезон, и шесть твоих цифр помнит мой телефон, хотя он давно помешался на длинных гудках. А фига сигареты испачкан крови, я еду по минному полю любви. Хочу каждый раз умирать у тебя на руках. Нужно молчать и стискивать зубы до боли в висках. Нам нужно молчать и стискивать зубы до боли в висках. Любовь — это слово похоже на ложь, пришитая к коже дешевая брошь, прицепленный к жестким вагонам вагон-ресторан. Режиссер с удивленным лицом, снимающий фильмы с печальным концом, а нам, как всегда, так хотелось смотреть на экран. Но даже любовь не поможет нажать на 100 грамм. Но даже любовь не поможет нажать на 100 грамм. Любовь, как Урал, ты отставших часов, столько я боязнь чужих адресов. Любовь — это солнце, которое видит закат. Любовь — это снег и глухая стена. Любовь — это несколько капель вина. Любовь — это поезд Свердловск, Ленинград и назад. Любовь — это я, это твой неизвестный солдат. Любовь — это я, это твой неизвестный солдат. Нет времени, чтобы себя обмануть, и нет ничего, чтобы просто уснуть, и нет никого, кто способен нажать на курок. Моя голова — перекресток железных дорог. Перекресток железных дорог. Спасибо.
она скоро умрет. Но пока фестиваль не погасит огни и не станет считать доходы, ей приказано жить, ей позволено ждать, просыпаться с надеждой. И опять в кровать. Ее так просто понять, и невозможно понять. Ее так просто понять, и невозможно понять. Ее так просто понять, и невозможно понять. Может быть, ее надо просто тихонько слушать. К ней почти невозможно прикоснуться рукой. Это хочет любой, это может любой, но к ней почти невозможно прикоснуться рукой. Может быть, ее надо просто тихонько слушать. Появление на теле новых рубцов и ран, но она не скажет, кто хочет ее и кто ее враг. Ее тело транслирует в небо сумерки глаз, и почти все равно, чем закончится завтра, что начнется сейчас. Ее дни сочтены, заколочены дни. Пока фестивали не погасят огни, ей позволено жить, проигравшей давно свою главную схватку с надеждами снов, променявшую грезы на будничный страх, позабывшую песни о пьяных ветрах. Осыпается небо в песочных часах, перекошены звезды в застывших глазах, и она опасается тихо сказать: еще не хочу умирать, я еще не хочу умирать, я еще не хочу умирать, я еще не хочу умирать. Невозможно прикоснуться рукой, это хочет любой, это может любой. Прикоснуться рукой, повалить на кровать, ей приказано жить, ей позволено ждать, но гасит и гасит огни фестиваля. И ее тоже жаль, ее беспомощно жаль, впрочем, скоро погасит огни фестиваля. Ее тоже скоро вычеркнут из списка жильцов необъятной земли, из красной книги и книги рекордов Гиннесса. Спасибо. Ну, да, и в конце спою две колыбельные. На печке сверчок, за стеной две тени, за стеной лес. В лесу очень сыро, на печке тепло, за печкой теплее. В печке стоят пироги с сыром. Маленький злой
человечек, укрывшийся колючим, но теплым пледом. Коротая луна, ароматный вечер, отгоняя звезда, заблудшие беды. Засни, 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 засни. Засни, 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 засни. Возле печки мышка с кошкой смеет дерется за пирожок с сыром. Чем дальше от дома, тем больше сыра, чем ближе дороже снег в окошке, а в небе натянута паутинка. Звезды, росинки, пригоршнями месяц трется мохнатой спинкой, а горизонт, поросший мхами гор. Засни, 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 засни. Засни, 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 засни. Спи, маленький злой человечек, завтра наешься мыслей серых. Завтра туман окутает плечи, утро придет, проржавеет вера. А пока живи только теплыми снами, что приходят к нам невесть откуда, запутанный в плед, как гордое знамя, плавай во мгле. Надейся на чудо в снах, где ягод полно, лукошка в снах, где лето кружит над миром в снах, где мышка делится с кошкой теплой крошкой пирога с сыром. Засни, 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 засни. Засни, 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 засни. Спасибо большое. С удовольствием выступаю.
Кто дальше? Автор песни. Автор песни Башлачев. Ну, может, все знают, что это. Есть вопросы к вам. У меня вопрос к видеостудиям. Почему, когда ты рекламировал концерт, ты выложил вот некоторые песни, которые совершенно не соответствуют такому большому, богатому спектру творчества человека? Ну, то есть это может быть, конечно, субъективное мнение, то, что тебе нравится, да, вот общий список песен исполнителей нас, там, авторов этого концерта. Ты выложил песни, которые, ну, не знаю, я ничего не могла по ним понять. А сейчас поняла? А сейчас, да. Сейчас я поняла. Ну, не так много записанных песен, на самом деле, еще в хорошем качестве. Вот это я тоже хотела спросить, есть ли записи? Ну, есть, но их не так много, да. То есть у нас немножко есть акустики, вот лично мои записи, и есть немного электричества с нашей группы, вот, но их не очень много пока что, во всяком случае. Будет больше. Желаю вам больше хороших, качественных записей. На самом деле, такая штука, мы об этом тоже говорили. Можно еще вопрос будет, что я почему говорю, что никакая запись ничего не передает. То есть, можно, то есть, послушать, но любое творчество, оно только вживе. Поэтому я тоже не люблю знакомиться с автором по записи. Да, поэтому всех зовем на живой концерт. Люди, приходите, только звоните, потому что это очень плохо слышно ваши звонки. Вопрос такой, мы тут обсуждали, зачем я пою. Ты как-то для себя, ну, в прошлый раз, для меня это как бы сегодняшний вечер продолжение того, что мы были, то, что мы затеяли серию таких концертных разговоров. Кстати, смотрю, уже этот завтра Кортнев тоже написано, концерт-разговор, то есть, видите, у нас уже прут идеи, и даже денег не платят. Вот. Ну, в общем, ответь на вопрос, зачем ты поешь. Ну, это потребность, то есть, если так получается, что когда я слышу хорошие стихи, или когда у меня в голове рождаются некие стихи, вот, скорее всего, они обычно звучат на какую-то музыку. Это потом обрабатывается, и потом получается в итоге песня, то есть такой синтетический жанр. И когда это уже получилось, то очень хочется это спеть, чтобы это услышали окружающие, не только я. Так, собственно говоря, большинство из тех песен, которые я исполнял и которые вообще есть, они вот в основном так родились. То есть зачем, ну, для меня этот вопрос не стоит, потому что это вот потребность, я не могу по-другому. И что получается, то получается. У кого больше вопросов не возникло? Спасибо большое вам. Спасибо. А скажите, пожалуйста, да, вас, вот вы говорили, ваша группа, а какой у вас состав группы? То есть, ну, в смысле, вот по звуку. Просто по звуку у нас... То есть, вот к вашим песням, да, вот я просто стал думать, а вот какие инструменты там с вами играют? Ну вот, например, мой 193 мы играем электрически. Это традиционные ударные, бас-гитара, ритм-гитара, скрипка, клавиши. У нас отличный фортепиано. То есть, у вас прямо много хороших таких вот музыкантов, они играют? Да, у нас вот, то есть 3-4 музыканта, которые, я могу сказать, что музыканты, они на голову, на две головы выше, во-первых, меня, во-вторых, они сами по себе просто очень интересные музыканты, замечательные. Алексей Багнут, там, Василий Загребин, это просто вот такие вот ребята, которые можно слушать отдельно каждого. Вот, и у нас состав, то есть, ну, от 6 до 8 человек на сцене, то есть нас довольно много. А вы единственный солист, исполнитель? Да, да. Вот песни там пою я, и иногда ребята подпевают, и, соответственно, песни подбираем тоже. Ну, песни обычно мои, те, которые я поисполняю. Вот. Приходите. Да, точно.